Одинцовское бизнес-сообщество присоединилось к благотворительным акциям, проводимым в округе. Адресную помощь от предпринимателей получили люди с ограниченными возможностями здоровья, одинокие матери, многодетные семьи. Бизнесмены оказали поддержку волонтерам, сотрудникам скорой медицинской помощи, врачам Одинцовской областной больницы, сотрудникам ЕДДС, ЖКХ и правоохранительных органов. Одинцовское деловое сообщество бесплатно предоставило продукты питания, пасхальные наборы, медицинские маски и многое другое.